Ой. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Sons of the Forest. Ну, вы знаете, во что мы играем. Кто сын леса-то хоть? Я, что ли? Я сын леса, раз я здесь живу. Чайка, сдохни, чайка, сдохни! Мне нужно поесть! А? Фига, как вы это сделали? Они прошли, они проходят сквозь мои стены. Ненадежный дом у меня. Я вообще думаю, а не зря ли мы здесь строимся? Здесь нету пресной воды, придется все время вот туда ходить. Там опасно. Нет, я буду пока что здесь все-таки, потому что нет особо веских причин перемещаться. Сходить немножко на водоем, на водопой, это не страшно. Где Келвин? Келвин! Как призвать Келвина? Должно сработать, я думаю. Какой он фривольный, а? Я ему не давал команду уходить. Я ему давал команду таскать бревна. Вы видите хоть одно бревно притащенное новое? Я не вижу. Что у нас здесь? Что это? Картечь. Прекрасно. А это... Как ты? Как ты уместилась здесь? Это солнечная панель, которая, видимо, сжимаемая. На самом деле, когда я собираюсь в полет, я тоже пытаюсь максимально уместить в чемодан ручную кладь. Опа, гранаты. Слушайте, какие здесь классные штуки спавнятся. Вообще, есть ли смысл мне по острову ходить и что-то искать, когда все вот тут каждый раз при каждой загрузке появляется? Бухло. А вот еще один последний чемодан. Отлично, у меня теперь есть аптечка. А, Келвин пришел! Наконец-то! Келвин. Ты бесишь! Ты такой нуб! Слил катку, и теперь мы оказались здесь! С того самого момента, как мы разбились на этом острове, я не до конца помнил, что произошло. Но грянул гром, и я все вспомнил. Вот этот гром. Так, давай вспоминай. Меня бесит, что ты не помнишь свою вину. Мы играли в очередную катку War Thunder, и только не заливай мне, что ты не помнишь про этот бесплатный многопользовательский онлайн-экшен. О противостоянии наземной, воздушной и морской техники. Ой, не прикидывайся мне тут, это было очень яркое событие. Как раз таки вышло крупное обновление Небесные Стражи. В игру добавили истребитель вертикального взлета Як-141, зенитку Панцирь С-1, корабли французского флота, а также легендарный вертолет Little Bird. И ты такой, Юджин, давай запрыгивай в Little Bird, заценим! А я говорю тебе, Келвин, слушай, ну ты же нуб на вертушках, я буду управлять. И в итоге, пока мы с тобой спорили, кто будет управлять, никто не управлял, и мы рухнули здесь. Вот не люблю я таких, как ты, которые не умеют признавать собственные ошибки. Из-за тебя мы не посмотрели новую живописную локацию для авиационных сражений Пиренеи. А ведь мы так хотели ее с тобой посмотреть. Еще учитывая, что в обновлении доработаны визуальные эффекты, авиационные сражения выглядят просто потрясающе. Еще и некоторые карты получили зимние вариации. И мы это пропустили. Из-за тебя пропустили. Ну, конечно, увиливая от ответа. А нужно было, Келвин, увиливать от обстрелов наземной техники. Короче, с тобой бесполезно говорить. Слушай, хоть мы и потерпели неудачу, у тебя еще есть возможность все это узреть. Реалистичные сражения на наземной, авиа и морской технике, которую можно улучшать и кастомизировать. Играй за любую из представленных наций. СССР, США, Германия, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Италия, Швеция и Израиль. Все это на атмосферных и реалистичных локациях от Африки до Аляски. И ты можешь во все это поиграть прямо сейчас, абсолютно бесплатно. Переходи по моей ссылке в описании и качай War Thunder. По этой ссылке все новые игроки и те, кто не заходил в игру больше полугода, получат шикарные бонусы. Но нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылка в описании. Только, дружище, дам тебе один совет. Не бери с собой Келвина, он тот еще нуб. Кстати, ты когда-нибудь играл в War Thunder? Играл? Мне, Келвин, не очень нравится, что ты постоянно пытаешься уйти. Ты как фривольная псина. Тебя нужно держать на привязи. Поэтому иди за мной. Хорошо, босс. Какой он доверчивый. Он даже не понимает, что я запланировал. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Так. Теперь стой здесь. Я жертвую стеной ради твоей собственной безопасности. Меня очень волнует твоя безопасность, Келвин. Я даже жертвую своей личной стеной ради тебя. Потому что ты постоянно любишь куда-то убегать, а вдруг тебя там убьют. У хорошего песика должна быть своя будка. Как тебе там, Келвин? Скажи, уютно. Он кивнул, я видел, ему понравилось. Келвин, как ты там? Я буду вот так вот запрыгивать и сбрасывать тебе корм. Ему не нравится. В смысле? Это самое безопасное место на острове. Ой, я случайно запрыгнул. Ладно, сейчас мы, хоп, сделаем пол. Что? Что это? Что это? Оп, что происходит? Вот, тебе даже пол я сделал. Вот настолько я тебя люблю. Я себе дом не замутил, тебе вот сделал. Поэтому не жалуйся. Ладно, нам нужно, чтобы у Келвина было окошко в мир. Иначе ему будет очень скучно. Аккуратней. Берегись бревна. Келвин! Келвин, смотри. Смотрите на его лицо. Мне кажется, он немножко злится. Так, а что если мы дадим Келвину какое-нибудь задание теперь? Очисти 20 метров, например. А, не могу сделать, невозможно. Нет. Сбой в программе, сбой в программе. Нет. Опа, видишь, Келвин, вот что происходит. Бугай пришел. Он смотрит на... Он хочет, видишь, он хочет к тебе забраться. Мы не допустим этого, Келвин. Нет.
Да, господи, два раза промахнулся. На тебе! Почему-то он хочет именно тебя, Кэлвин. Смотри, он изучает. Какое интересное... Что? Кэлвин, а ты там что делаешь? Он сражается. О! Нет! Даже через стену ты можешь ударить моего друга. Так, он упал. Упал, я сказал. Он ломает твою крепость. Стрелы дай. Могу кинуть в него бревно? Я могу с бревнами закидать его. Все. Он подох? Не бойся, Кэлвин, друг мой, мерзавец. Пытался лишить тебя безопасности. Куда ты бежишь, Кэлвин? Сделай перерыв. Хорошо. Кстати, теперь я почему-то не могу сделать... Ау. Я не могу поставить сюда бревно. По каким-то неведомым мне причинам постройка больше не может продолжаться. И Кэлвин вышел на свободу. Ладно, черт с тобой. Давайте похаваем быстренько, потому что у меня проблемы большие. Я пить хочу. Ладно, Кэлвин, иди за мной. Пока еще светло, я хочу, чтобы ты очистил 20 метров. Хорошо, босс. А я пока пойду попью. Слушайте, ну пока Кэлвин занимается своими, моими делами... Давайте пойдем исследовать. Так, а синие ягодки, они вкусные? Синие ягодки вкусные. Правда, особо не утоляют голод. Сколько мы уже живем на этом острове и до сих пор не пошли его исследовать? Непорядок. Так, это что у нас такое? Просто ведра. О, смотрите, я наш дом вижу отсюда. И вот там вот Кэлвин роняет деревья сейчас. Что это там такое? Слушайте, да, это то, что я подумал. Это касатки. Две дохлые касатки. О, боже мой. Хорошо, ничего не взять с этих касаток, пусть лежат себе. Такая у меня отдышка. Ты же вроде как спортивный у меня чувак, какого фига? Посмотрите, сдувшиеся лодки. Это что, мачете? О боже мой, вот это отличная находка. Рубить. Рубить чайку. Понятно теперь, откуда эти аборигены берут моторы. Надо этот сныкать в воду, чтобы они его больше не брали. Все. И смотрите, здесь еще и лежаки у них были. И дошер сожрать. Опа! Ко мне идут. Сколько их? Четверо. Ладно, начинаем сражение. Опа. Что тут у нас? Няма-няма-няма. Здесь можно спать. Опа! Чувак! Это чувак какой-то. Точно не наш. Какой-то... Я, видимо, взял что-то от оружия. Парни, давайте не будем воевать, пожалуйста. Где мой мотор? Я хотел его взять. Извините, это я взял. Ладно, я так понимаю, вы злые. Но теперь вы еще и мертвые. Какой перекат. Хоп, одни хедшоты. Одни прекрасные хедшоты. Оп, от него прям отскочила стрела. Как-то так. Особо угрозы не было. Ой, накрыло его. Сейчас, отдай мне стрелу, пожалуйста. Спасибо. Давайте как-нибудь их положим. Вот, и вместе спят. Ночь была холодной. Какие-то лампочки я беру. Что это за прикол такой? Зачем мне эти лампочки нужны? Ох, какой вкусный дошер. Фу, я его даже не заварил. Ладненько, здесь мы разобрались. Пойдемте дальше вдоль берега. Он, кстати, тут заканчивается. Но мы все равно куда-то придем. Что у нас по GPS? Ой, он крутится вместе с нами. Значит, у нас есть пока только одна пещера обнаружена. В ту сторону будет озеро. И дальше мы пойдем по берегу. Поселение. Давайте поздороваемся с ними. Что они делают? Погодите. Давайте присоединимся к их культуре. Я прервал их. Извините, пожалуйста. О! Черт, вот это он напрыгнул. Оп, почему они... Оп, почему они не берут пример с тех, кто уже умер? Ну, хотя не берут, они умирают. Блин, смотрите, я убил ее мужа. Или ее брата. Быстрее залечиться. Блин, как обидно за брата. Но я же не специально. Я не прихожу, чтобы вас убивать. Я надеюсь подружиться с вами. Так, это бугай. Золотой маски. О. Хорош, падай. Может быть, забить его вот этой дубинкой? Черепом его собрата. Одним ударом вынес Евгения. Ладно, я сейчас проснусь, конечно. Меня окунули. Где я? Что происходит? Что? Был значок. Срезаем. Меня с грузом кинули в воду. Охренеть. Скорее наверх. Ах вы говнюки. Ах вы подонки. Вот это неожиданно. Мои вещи. Они ничего не забрали. Хорошо, нельзя недооценивать бугаев. Не подходим к ним вплотную. Где я? Ой, далеко меня отнесли. Итак, мне нужно подняться на эту гору, потому что надо найти попить срочно. Надеюсь, здесь есть подъем? Конечно же нет. Чего я вообще ожидал? Лестницу? Ага, вот подъем. Интересно, кто протоптал все эти дорожки? Неужели аборигены? Опа, вспомнишь говно, вот оно. Где ты? Не буду здесь задерживаться, мне нужно попить срочно. Я уже почти упопить. Ой. О, боже мой, лосина огромная на меня выбежал. Я должен его убить. Ладно, попозже, сначала попить. Обожаю такие сюрпризы в играх, господи, я не ожидал вообще этого.
Все, запились. Лось, вон он. Я должен его убить, там 100 пудов так много мяса будет. Такой сыт. Ой, он упал в воду. Ты че оступился, бедный? О, он поднялся обратно. Ну-ка, получай. Получай. Сколько в тебе надо? Его это вообще не колышет, походу. Оп. Есть. Так, отдай мне, лось, все. Я слышу, абориген рядом ходит. Ходят рядом. Что я... Я жру! Фу! Немножко, кстати, прибавило это. Это прибавило. Нет, 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 нет. Слушай. Подохнешь. А, что это? Ты что за уродец такой? Почему я могу лося только съесть? Нет стрел. Нет стрел. Мама, 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 дай мне стрел. Хорош. Хорош. Не вставай. Добить. Прям в пах. С одного выстрела убил. Ау! Я не понял, ты что такой живучий? Отдай стрелу. Отдай стрелу. Все, они убежали? Ладно, они отступили. Можно не париться. Опа! Как там тебя зовут? Я забыл. Так это же очевидно. Это ж Сара. The Long Drive я собрал ей много всяких конечностей. И вот она. Вот так она выглядит теперь. Три ноги, три руки. Все как полагается. Итак, мы можем сделать теперь броню. Костяная броня. Нам нужны кости. 4 штуки. Веревка. Так, где веревка? 1, 2, 3, 4. А, это не веревка, а скотч. А вот теперь нужна веревка. Я не понимаю, где она, почему ее нет. Ага. Надеть. Пополним запас стрел. Стоп, вы слышите? Я слышал. Когда инвентарь открываю. Может быть, этот трекер мой что-то показывает? Воу! Гад вернулся. Да, это мой GPS-трекер показывает какие-то, видимо, точки интереса и пищит. Воу! Как он тихо сзади подкрался. Вот, смотрите, еще одно озеро. Я бы здесь поспал. Значит, берем брезент, берем палку. Палка. Брезент. А, погодите. Брезент сначала мы делаем вот так, потом подпираем палкой. Вот. Спать. Ух, ночь прошла хорошо. Тогда давайте забирать все это. Я что-то не понял, почему лося я жрал сырым. И что это мне дало? Что у нас такое? Мясо чайки. Опа. Надо же сделать костер небольшой. Давай, жарься. Знаете, что меня пугает? Я готовлю изысканно. Сейчас запах моего прекрасного стейка разнесется по всему лесу и приманит аборигенов. Опа. Надо быстрее его съесть. Надеюсь, никто не придет. Ладно, что там по GPS? Посмотрите, впереди есть пещера и какой-то восклицательный знак. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет. Ты что здесь один гуляешь? Это не ты меня грохнул тогда, а? Я не буду ждать, пока ты сагришься. Просто упади. Ой, мимо. Извини, пожалуйста. О-о-о! Нет, нет, нет. Пах! Не подходи ко мне! Есть! Сдох? Да, сдох, 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 сдох. Отлично. О, мне кажется, надо разрубить его. Все, срубил, отлично. А! Какая сильная шея. Вот, хорошо. Я не знаю, для чего я это сделал, потому что я сумасшедший. И теперь я еще слышу, как будто бы кто-то ходит. Кто здесь ходит? Лось! Поселение! И кажется, здесь никого нет. Все мигрировали. Стоп. Они спят. Вы все спите. Они спят, либо они сдохли. Трудно сказать. Но у них полно всяких классных ресов, поэтому заберем. А! И мы размозжили головы камнем. Черт, жалко, мы не можем разжечь костер. А, что за звук? Это я, это я. Все в порядке. Что ж, детектив Евгений сделал вывод. Тот бугай просто психанул и всех убил. Скорее всего. Стоп, это ящик. Ну, наверняка же можно его разрубить. Да! И тут ткань. И тут веревки с деньгами. Давайте-ка уйдем отсюда, неприятное место. О, нет. Это что за жест ты мне показываешь? 100 пудов, это враждебное племя. Это они убили здесь всех. Окружают, окружают. Надо срочно избавляться от них. А! Смерть. Вон еще одна идет, смелая самая. От. Подохла. О, блин, страшно. Из-за кустов выбежал. Какой ты проворный. Секунду, секунду, секунду. Плакать нет времени, надо умирать. Так, ты какой резвый, столько стрел в тебе, а ты все еще бегаешь. Ты вернешь мои стрелы. Ты по-любому пойдешь за мной. А может и не пойдет. Вон еще один. Есть. А! Я подумал, он сдох. Вот, теперь он точно сдох. Давай, катись. Я слышу, ищи. А, это белка, боже мой. Смотрите, мы уже практически у восклицательного знака. Что же это? Слышите, как начал пищать? Слышите, как GPS пищит? Прям страшно. Да что это?
вот здесь? Неужели это оно? Это камень какой-то? Его надо сломать? Нет, не может быть. Может быть, мне надо выше? Вот оно, да? Это оно? Это оно! Погодите, ради чего я здесь? Чтобы увидеть это место, где альпинисты ползали. Что за бред? Погодите, а что это за К? Нет. Келвин? Это Келвин? Опа, смотрите. Он бегает, гаденыш. Не, серьезно, что это за К? Неужели это реально Келвин бежит ко мне? Но сейчас он не двигается. Я не понимаю. Ну, камень, ну, трос. И зачем мне это? Давайте снизу посмотрим. Воу-воу-воу-воу-воу. Где? Вас сложно в кустах заметить. Оп, выпрыгнул. Ага. Черт, промахнулся. Промахнулся опять. Вот, все. Смерть. Еще он бежит. Ушел, ушел. Где есть шанс? Больше шансов нет. Погодите, чел висит. Мне что, срезать его как-то надо? Может быть, надо попасть по веревке? О, блин, Келвин, какого хрена? Судя по тому, что ты весь в крови, у тебя был тяжелый путь, да? Да, это правда, Келвин? Ты че вообще сюда пришел? Я тебе что сказал делать? Расчистить, ты помнишь? Но он изголодался по приключениям, поэтому ладно, пойдем со мной. Келвин куда-то внезапно дал деру. Может, он кросс бегает? Точно, это обычная утренняя пробежка у него. Вот где он в начале выпуска пропадал. Хорошо, давайте возьмем нож. Да! Да, 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 да! Все правильно, вон туда чел упал. Быстрее, пойдемте допросим его. Келвин, пошли! Что? Он дернулся. Ты дернулся, я видел. Во-первых, тут фонарик я нашел. Найс. И у него есть рация. Что это за... В инвентаре доступна новая инструкция для изготовления. Смотрите, это тоже К. Он тоже помечен как К. Типа, тебя тоже зовут Келвин? Погоди, ну ты не похож на Келвина. Что-то я не понимаю, что мне с ним делать. Смотрите, вот крестик. Он помечается как крестик. Потом как К, потом как кружочек. Я это вообще не понимаю, что это за символ. Пятерка римская и голова лошади. Шахматная фигура лошади. Какой-то воздушный змей или параплан. Рация. Ладно. Ладно, хорошо, пусть будет рация. Все, мы сделали. Все, он теперь перестал пищать. Птичка. Оп. Я просто очень голоден, ребят. Не жаль. Ее нельзя есть. Блин. Мы подходим к какой-то пещере. Я предлагаю исследовать. Хоть у меня и пол здоровья, я думаю, я справлюсь. Давай, забирайся. Я здесь. Я где-то здесь. Погоди, а где вход? Я не вижу. Прямо где-то здесь должен быть. Пещера. Вход в пещеру здесь. Смотрите, бабки. Отлично. О, нет. Дела плохи. Во-первых, рогатка появилась. Найс. Что еще здесь есть? По-моему, это наш отряд, да? Даже не знаю, теперь стоит идти сюда или нет. Конечно, стоит. Естественно. Ведь я везучий человек, и со мной ничего не случится. Берем фонарь. Жутко. Я голоден. Это плохо. Ну ладно, у меня батончики еще есть. Фу, что это? Че? Мы куда-то вниз спускаемся? Это баллон. Погодите, а что я здесь должен найти? Тут больше некуда деваться. Может быть, саму эту штуку взять? Нет, это просто фонарь. А, или... О, секунду. А, вот, смотрите, какая-то дырка. Нет, туда не пролезть. Единственное, что я вижу, что можно было бы вон туда. Дальше. Погодите. Тряпка висит. Мы должны перелезть, но нужно специальное оборудование. Ну-ка, если посмотреть на GPS, который здесь не ловит, с той стороны же есть. С той стороны есть вход. Окей, возвращаемся обратно. Вон туда нужно идти. Но, как мы видим, это уже в зоне снега. Значит, нам нужна будет теплая одежда. Че по теплой одежде? Броня из шкуры. Что она дает? Нужно две шкуры какие-то. Они у нас вообще есть? А, вот шкура у нас. Значит, раз, два. Че, сделаем? Возможно, это даст нам немножко тепла. Броня из шкуры. Надеваю. Все, мы одели? Погодите, смола для 3D принтера. Тут еще куда 3D принтер будет. Слушайте, слушайте. Белочка бегает, надо поесть. Вот она. Ах ты. Так, а ну стой, а ну стой, а ну стой. Да елки зеленые. А, погодите, я смог. Все, теперь есть покушать. Не, ну я вроде бы не мерзну. О, смотрите, зайчик, стой, 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 стой. О, прости меня. Нужно сделать костер. Он будет здесь гореть? Тут довольно-таки ветрено. Вроде горит. Так, что у нас? Мясцо, раз, два. Немножко листиков, чтоб хорошо так горело. О, греет. Ух. А здесь будут аборигены, интересно? Возможно, на них будет хорошая меховая броня, которую я смогу себе позаимствовать. Кстати, не хватает того, что ты можешь это больше взаимодействовать с этими ребятами. Грабить их, раздевать их. Вот все, это все, что мне нужно. Больше ничего не надо. Ты готова? Опа, все готово, давайте жрать. Отлично. Теперь идем. Мы уже почти возле пещеры. Она 100 пудов соединяется вот с той. Опа, еще один лагерь. Кстати, прям рядом со входом в пещеру. Что у нас здесь? Барахло. Что это? Батончик, видимо. Лекарства. И деньги. Вот это хорошая штука. Консервный нож у нас. Теперь появился. Бутылки мы не можем юзать. И возле этой палатки нету ничего. Ладно, идем в ледяную пещеру. Там человек. Там некий человек. Уже все. Уже в кости превратил. А, они все здесь. Так, еще веревка. Еще ткани. Че? Здесь никуда нельзя? Блин, это не такая пещера. А на чем это они здесь...
Видите, они на санях ехали и разбились в дребезги. Черт, я немножко разочарован. Выше нам уже вряд ли подняться. Нет, мы можем подняться выше, потому что там еще пещера. Я без понятия, как туда добраться. Хорошо, мы нормально так походили по острову. Теперь я предлагаю вернуться обратно домой и сделать себе дом наконец-таки. Надеюсь, там Келвин нарубил как следует. Ой, взять бы какую-нибудь байдарку и вот так вот вплавь прямо до дома. Интересно, а можем ли мы вот так пройти? Что будет, если мы аккуратненько... У-ху-ху-ху! Есть! Очень прикольно! И безопасно, самое главное. Плывем! У-ху-ху! Ах, классно поплавали. Так, выныривай. Чё ты не выныриваешь? Какого фига ты не... Он не выныривает. Все. Все окей. Так, я видел тут аборигена. Хочу рогатку протестировать. Пуземец! А, вот ты где! Эк! Ой, не так совсем, как я думал. Оп! Ему не понравилось, он сразу убежал. Хорошо, когда я пуляю рогаткой, вот, допустим, отмеряем, если я... Оп, если я держу вот... Сейчас, давайте вот так. Чуть выше, на пару сантиметров. Как неудобно камень летит. Блин, смотрите, впереди еще одна пещера. Ладно, давайте сразу пойдем. Раз уж мы мимо идем, надо зайти. Надеюсь, это будет полноценная пещера в этот раз, где мы найдем что-то очень важное. Видимо, рогатка — это идеальный инструмент, чтобы отгонять туземцев. Смотрите, что это? Олень. Олениха. Косуля. Не знаю, нужна шкура. Не попал. Ладно, убежала. Я не буду бегать. Вот здесь у нас должна быть пещера. Стоп. Что-то интересное. Микросхемы. Печатная плата еще одна доступна. А где вход в пещеру-то? Так, здесь какой-то знак. Доступно новое. Опа. О, электродубинка. Электродубинка — это очень хорошо. Так, пещера, где твой вход? Вот она где. Ой, я чихнул. Кажется, это хороший знак. Мы найдем там что-то очень классное. Либо подохнем. Ну-ка, сколько мы можем коктейли Молотова сделать? Давайте сделаем коктейли Молотова. Сделано. Сделано. Я думаю, нужно еще одну сделать. Все, будет три коктейля Молотова, на всякий случай. И еще один ящик. Здесь голова. Роу-голова написано, значит, сырая. Вот, реально голова. Ну-ка, если я возьму ее. А, мы можем запугивать таким образом, ребят. Пойдемте пугать. Дайте пройти. Заходим. Фонарь есть. Электродубинка. Конечно же, возьмем. Опа, еще и руки есть. А, мы часы забираем. Консервы, нямка, нямка, нямка. Вот, это уже похоже на какую-то значимую пещеру, где много всего. Во-первых, черепа повсюду лежат. Осторожнее, только не споткнуться. Не хочу упасть в какую-нибудь задницу. Я хочу быть готовым ко всему. Опа, смотрите, первый подопытный. Ух, это целая куча. А, блин, а! Бить! А как бить так, чтобы нормально было? Почему ты не бьешь током? Очень странно. Опа, мужик, какая-то статья. Да не сейчас! Не сейчас читай статью, гребаный. Ай! Внезапно меня ударили. Блин, я сдох, я конец, все. Не конец. Я уронил все. На лицо упала мерзкая штука. Фу, я сдохну от этого. Вы посмотрите, где я зареспаунился. Боже мой. Придется весь этот путь заново проделать. И Келвин, смотрите, идет ко мне. Надеюсь, он одет тепло. Давайте соберем деньги, чтобы Келвин их не увидел. Скажем, что ничего не нашли. Я вернусь в ту пещеру вместе с вами, но уже в следующем эпизоде. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что я заметил, что реально очень много ребят из вас не подписаны на канал. Не забывайте, что у меня теперь есть еще свой Boosty. Если у вас будет желание поддержать, то мне будет очень приятно. Вы также можете подписаться на него бесплатно и отслеживать посты, так как там не только платные посты, но еще и для вас будет контент. Ссылки будут в описании. С вами был Юджин, друзья. Спасибо большое и всем пять!